Так, любители сторис, всем огромный привет. Надеюсь, у вас все хорошо, не болеете. Что хочу сказать. Сейчас такая нервозная обстановка, и участились опять случаи вот этого телефонного и прочего мошенничества, электронного, да, офлайн. Онлайн, точнее, мошенничество. Я сейчас вот сам лично почти, слава богу, не стал, но чуть не стал жертвой. Позвонил чувак. Очень грамотная речь, очень поставленные типа фразы, как будто сотрудник банка, значит, типа, здравствуйте, сейчас вот у вас был совершен платеж на карту Альфа-банка с вашей карты Сбербанка, вы не совершали 3700 рублей, я говорю, нет, не совершал, так, хорошо, вы не передавали никому, там, кто-то из этих лиц, и начинается разводилово конкретное, как бы классическое, но, тем не менее, очень грамотно поставлено. Более того, что меня смутило, он говорит, я вам сейчас пришлю номер кода, да, ну, в общем, я сначала даже такой чуть-чуть заднюю дал, такой думаю, блин, реально, что ли, там пытаются как бы кто-то чего-то завести. Я говорю, слушайте, а я как раз в банк собираюсь, давайте я сейчас, говорю, в банке все выясню, вот буквально сейчас через 5 минут буду в банке и все выясню. Он такой, до свидания, и положил трубку. Соответственно, я на этот номер перезванивал, он какой-то левый, там 495, но левый, и, естественно, там трубку не берут. Я к чему? К тому, что я... конечно же, не попался, все эти схемы давным-давно понятны, но они сейчас, видите, дорабатывают их, присылают номера с банковских, коды с банковских номеров, поэтому, пожалуйста, ребята, будьте внимательны, сейчас эта тема очень актуальна, и просто, ну, сохраняйте хладнокровие и никому не сообщайте никакие свои данные, особенно вот при таких телефонных звонках, поэтому надеюсь, что у вас все будет хорошо, со здоровьем и с финансами. Все, всем пока. Stay home.